Всем привет, ребята, с вами Туз. Мы продолжаем проходить The Forest. Вот, собственно, пойдем сейчас в пещеру лутать. Так, кто там шебуршится? Так, кстати, я забыл кое-что сделать. А именно сделать палок. Точнее, стрел. Вот, они пригодятся нам, в принципе. Там, в пещере, в страшной пещере, где темно, сыро, и есть много мутантов-аборигенов, которые могут нас сожрать за чистую душу просто. Поэтому стрел нужно очень много. Я сейчас их наделаю просто кучу на все свои перья. Надо будет это за кадром сделать. Ну ладно, я что-то затупил. Ой, куда этот лук взял-то? Так. В принципе, сколько у нас уже? 25 стрел, по-моему, да? Так, все, закончились у меня листья. Это печально. По-моему, можно стрелы как-то апгрейдить, что ли? They make arrow. То есть они с зубами соединяются, что ли? А может их... Может их... Ой, с алкоголем можно. Только я не понял, в чем прикол. Ну ладно. Я просрал просто одну бухашку. Здорово, черепах. Давайте проверим нашу теорию. Такой звук был, как будто мы по железному периметру ударил. Ладно, спускаемся вниз. Так. Это рискованно, я знаю, но что поделать тоже. Так, в принципе, это не та же пещера, надеюсь. Опять же, глубоко. Очень глубоко. Опять куда-то я на днище спустился. Тут есть головы валяются. Или что это такое? Да слезь ты нахер с веревки. Что ты сделал? Я застрял! Я застрял, ребята. Ты дебил, что ли, какой? О, что это? Ой, это сердца халявные, ты представь. Можно покушать, в принципе. Так. У нас есть, кстати, много, можно халявных аптечек сделать. То есть, вот таких вот еврейских. Нельзя сразу много делать. Нужно по очереди, ты представляешь? По очереди все это делать. Так. Отлично, у нас куча еще аптечек есть запасных, если что. Отлично, сколько их тут? 6 штук. Ну, давайте пока пройдемся немножко, что ли. Че это за херня? О, прикольный тень, слушайте. Опа, я вижу фонарь. Давайте сразу закрафтим вот эту штуку. Ее надо прокачать как можно сильнее. Поэтому вот так сделаем просто. И ее. Вот, смотрите, сколько дамага повысится у нас. Зато скорость уменьшилась. Да убери ты нахер. Кстати, вот эта вот штука, она так по характеристикам хуже. По блоку не могу. Ладно, хрен с ним. Так, закончилась у меня смола, поэтому я не могу больше прокачать зубов. В принципе, надо найти динамит в этой пещере. Желательно. Ой, не-не-не-не. Давайте я, короче, пойду. О, что это такое? Посмотрите на эту траву, как ее плющит просто здесь в пещере. Давайте-ка я вылезу отсюда, подождите. К такому дерьму я не готовился. Подождите. Нужно пойти в ту пещеру, которую можно спуститься не по веревке, а по входу. Я там отметил уже несколько отметок, поэтому сбегаем туда, там посмотрим. Я все-таки предпочитаю те, потому что эти кого-то вообще прям на днище сразу ведут. И тут не мудрено заблудиться. Как мы резво поднимаемся. -то. Это прям прикольно выглядит. Кстати, убрали проседание FPS, ты понимаешь? А нет, хер там проседает FPS. А раньше, пока вылазили из пещеры, по-моему, дико FPS просто проседал прям сейчас, как сейчас. Ни хрена не изменились за время старого Фореста. Они бы лучше над оптимизацией попарились немного, чтобы всех все работал. Форест плавно, а всех слаб, это же компьютерах. Молодец, я чуть не сломал себе руку, я бы еще умер, вообще бы было пища прям. Че это за херня происходит? Вы это видите, эти пиксели? С травой вообще, с моей стелс-броней вообще что-то неладное происходит. Ее прям плющит никак, конкретно прям. Вы просто посмотрите на эту штуку. Ну ладно, хрен с ней, пусть ее плющит. Она меня... Только пугает в пещере иногда, когда ее резко начинает плющить вверх, она вырастает до размера моей руки. И начинает крутиться по всей сторонам. И это меня иногда пугает. Так, идем на одну из моих отметок. Скорее всего, пойду на ту, потому что... Я хз знает, какая ближе ко мне. Пойдем туда. По-моему, вон та отметка, она самая правая, это мой настоящий дом. А там нет пещеры. Поэтому идем туда. Я, по-моему, еще отметил не пещеру, а точнее там пляж, чтобы... Пойти туда и собрать там лут. Но так как в там позапрошлой серии не записалось, и в итоге все это пошло под марку. Но я же залутал все-таки. Вообще набрал, поэтому все хорошо. Так, чуть-чуть выдохся слишком сильно, быстро, много бегал. Так. Слышите? Прикольно сделано. Шум воды, ребят, прикольно. Так, возможно, мы еще пока будем бежать по дороге, просто найдем еще пещер несколько. Это очень большая вероятность того, что мы реально найдем что-нибудь. Потому что я вообще не представляю, какая здесь область вообще острова находится, как он расположен и где что находится. Я вообще даже не пытался запомнить карту.
Я только в основном пляж запомнил, все. Так. Не мудрено найти еще одну пещеру, в принципе. Камни прям подходящие для скрытия пещеры. Эти пещеры прям так заныканы, разработчики прям там в камень их туда затолкали, чтобы их не видно не было, просто ужас. Поэтому надо всматриваться очень хорошо, чтобы не пропустить ни одну из этих пещер. Оп, халявный королян. Королян, стой. Убежал королян от меня. Че они такие с животными? Тут тоже происходит какая-то беда просто. Они то быстрые, они то медленные. Некоторым вообще жить не хочется, они сами в костер лезут. Некоторые убегают, как ошпаренные от меня. Так, вот, например, кролик, он вроде бы убегает, но тем временем бежит ко мне сам. И хер их поймешь, что они хотят от тебя. Или они меня сожрать хотят, пока я подохну от аборигенов тут. Вдруг, это же форест, тут много чего может быть. Тут белки тебя сожрать могут, наверное. Если неаккуратно будешь. Так, я уже близко подошел к одной из меток, возможно, там уже есть пещера. Хорошо, что я поставил их, в принципе. Не надо сейчас искать. Я вот бегаю сейчас, ни одной пещеры еще не встретил. Да, отлично, я нашел пещеру одну. Вот она. Я отметил ее, тут шалашик. Давайте сохранимся сразу. Оп. Все. Мы сохранились, FPS просел, ты представляешь? Проходим. Смотрите, какая анимация охеренная. Как в Lara Croft, например. Та же самая. Так, на, отлично, я нашел пещеру. Тут, в принципе, не так темно, как в остальных пещерах. И тут нет воды. И валяются халявные палки, в принципе. Так, а можно мне, конечно, лук использовать, 30 стрел. Но это в крайний случай, когда закончится динамит. Это что такое? Палки еще халявные. Тут какие-то тотемы даже поставили внутри. Это неразбиваемый чемоданчик. Окей. Вот так, такие пещеры нормально. Я вижу двоих чуваков там. Они куда-то побежали уже. Ой-ой-ой, это особые аборигены или это обычные? Молодец, ты красавчик. Стой на месте, пожалуйста. Стой на месте, стой на месте. Не двигайся, пожалуйста. На. Разорвало его нахер. Ну так тебе надо, в принципе. Не жалко тебя. Так, давайте сходим туда. Нет, туда я не хочу, там аборигены. Давайте ходим сюда. Вот. Так. Это что? Ну это, в принципе, недалеко от земли, поэтому я выбраться я смогу в любой момент. Может тут что-то есть внизу? Сейчас я сломаю эту херню. А вот хер, там ничего нету. Отлично просто. Просто прекрасно. Это какие-то, что ли... О, тут дыра, тут кратер какой-то небольшой. Это типа мостиков, да, получается? Окей. Если это типа мостиков, то это хорошо. Аборигены заботятся о моем передвижении, поэтому он ставит мостики мне, чтобы я мог ходить по ним. Хорошие аборигены, люблю их, вообще обожаю. Так. Там, смотрите, в чем прикол? Я застрял в текстурах, во-первых. Во-вторых, я могу смотреть сквозь эту штуку, и там матрас заспаунился наполовину в текстурах. Ой, глаз чешется, нос чешется, ужас просто. Я застрял в текстурах опять. Да, прекрасно просто. Камни, сквозь камни смотреть можно. Оба халявные чемоданчики, посмотрите. Они даже их сюда затолкали все. Мячики бейсбольные, нахер они нужны. Так, возможно, здесь есть какие-нибудь часы. Я буду рад часам, я уверяю вас. Оба, двойной удар был, ты представляешь, два чемодана за один удар. Это как акция почти. Так, ё-моё, застревай постоянно в текстурах каких-нибудь. Я не могу больше нести мед-аптечки эти. Дайте сожрём одну. Теперь могу. Гениально просто. Так, бутылка и веревки. Тут же также кресло занесли сюда-то. Чё я нашел? Я что-то особое нашел, но я это не вижу, поэтому хрен с ним. Все, из меня уже вываливается все, что можно. Так, у меня так много вещей стало. Ну, во-первых, сожрем шоколадочку, потому что у нас уже еда немного убавилась. Все, нам хватит. Часов я так и не нашел почему-то. Часы, видимо, только спавнятся где-то на трупах, что ли, этих нормальных людей. Мне бы реально фонарь какой-то. Я вижу выход сквозь текстуры. Я спокоен, что там вот выход наверху. И знаю, что недалеко, если что, убежать наверх, если у меня что-то случится. Так, а это что такое? Палка вывалилась из меня, отлично. Какие-то обгоревшие куски непонятные. Веревки, херевки всякие. Непонятная херобор какие-то. Еще фонарь валяется здесь. Ладно, а это какое-то тупиковое место, поэтому идем в другую сторону. У нас еще есть два хода, по-моему, в этой пещере. Налево и вот туда к аборигенам. К аборигенам я еще не жажду идти, поэтому пойдем налево. Так, давайте сделаем еще немного коктейлей. А как они, кстати, используются? То есть я беру коктейль, поджигаю. Я рацию достал.
Так, окей. Так, а как поджечь-то, я не в курсе. Да включи этот фонарь, дебил. А, L зажимай. Вот. Ну, слава богу. Теперь я включил. На. Все, я понял, как теперь поджигать штуки. Надо было сразу до этого додуматься. Теперь я могу сделать вот так. Могу сделать вот так. Вот так, вот так, вот так. Все, отлично. Теперь я умею поджигать, поэтому берем. А вот херня, говорит, игра не поджигается, кстати. Они какие-то... У них, видимо, какое-то ограничение здесь стоит на эту пещеру, потому что они не могут пройти сквозь какую-то невидимую стену. Я не вижу, куда стреляю, поэтому в пещере лук бесполезен, как понял. Возьмем нашу штуку. Возьмем фонарь. Ладно, пусть они пока тусят, они вроде бы веселые, там, прыгают на рост. Ну, видите, как им весело. А мы пойдем в тем временем в другую пещеру. Не работает, говорит мне игра, а факел почему-то. Вот, наверное, с топором, может быть, сработает, он вроде даже имеет модельку. Да, ребят, с топором это работает. То есть, еще хуже стало, я теперь вообще не вижу ничего себе перед собой, поэтому лучше уберу нахер. Прекрасно здесь вообще сделаны факелы эти. Так, лучше уж с шагалкой, чем с факелом. Опс, я упал куда-то. В принципе, баги Форест мне позволяют залезть обратно, поэтому ничего страшного. Что это? Голова халявная. Ну, меня больше нельзя вести. Опа! Нашел что-то коллекционный предмет, ребят. Что это такое вообще? Какая-то штучка непонятная. Тут какие-то зубы висят везде. Прикольно. Но они не физические, поэтому их нельзя подвигать. Так, я что-то еще нашел. Что это? 8 монеток. Ладно. В принципе, пригодятся. Опа! Это что? Блин, я думаю, это динамит. Давайте возьмем, знаете что? Вот эту штуку. Она более-менее угрожающе выглядит. Да плюс с ней стрелять можно. Опять мостик. Возможно, за этими мостиками ездит секретный проход. Опять же, темно как задница. Негра. Фонарь я хрен знает найти, потому что я обшарил все возможные места, где может быть фонарь. И что-то его не нашел. Где эти аборигены местные? Я их слышу, но не вижу. Воу, бегает, бегает, бегает. Где он? А ну вылазь, падла, скотина. Паскуда. Ну давай, давай, я вижу одного. Примерно его место размещения. Так, понятно, короче, они не идут со мной на контакт, поэтому я пойду сам. А, они друг друга бьют, отлично. Чуваки, ты что делаешь, стопори? Сделал шоколадки, полетели. Второй бредет, что ли, умер? Что с тобой произошло? Я просто угораюсь. Ладно, пусть так будет. Они просто прекрасные помощники, они друг друга убивают. О, облегчили на жизнь, не знаете, как это было прикольно. Кстати, палка, она вроде бы по скорости быстрая. А не, херня. Возьму я обратно эту штуку. Так, ладно. Аборигены сами уничтожились. Теперь можно спокойно поизучать пещеру. У меня есть мечта найти фонарь. А там глубоко падать не советую. А, это вода. Окей. Нужно найти подводную штуку. Дышать, чтобы под водой. Я не полез туда без скафандра этого. И вам не советую. Так, это что? Кэш, кэш, деньги, деньги. Крайне деньги. Моя стелс-броня меня опять пугает. Так. Что это? Так. Непонятно, непонятно, ребят, не могу. Опять же, я застрял, по-моему. Нет, я выполз, отлично. Слава богу, я уже думаю, я здесь опять умру. Так. Надо выходить, выходить отсюда надо. Пора валить отсюда. По крайней мере, нужно найти где-то, где-то найти фонарь. Представляешь, надо фонарь найти. Так, валим, валим отсюда. Возможно, пойдем к теме. Оба. Так. Кассету нашли, ребята, это хорошо. Отлично, кассета. Давайте послушаем, кстати, кассету. У нас же есть плеер. Так. А перевод есть какой-нибудь или там? Кнопка. Что я сделал? Плей.
А, это музыка. Окей, давайте. Давай, включай. Ты чё? Подожди, у него кончилась энергия. Ладно, я батарейку вставлю. Нет, у него не кончилась энергия. Победительская музыка, ребят, просто эпично. Вау, можно положить его? Все, вот так пойдем. Мне нравится. Послушаем хорошую музыку, пока будем ходить. Надеюсь, так будет веселее. Меня прет прям. Пишите ваши комменты, вставлять эту музыку во время наших путешествий или убрать ее. Ладно, идем дальше по пещерам. Так, я не пойму, конечно, как залазить наверх, но я пойду наверх. Окей, более-менее понятно. Победительская музыка, серьезно, просто на такую музыку умирать не страшно. Даже черепок. Правильно говорит черепок. Так, ну хоть тупик какой-то, что ли? Да не, не может быть тупик, вы чё? Не, тут спуск в другое место. Так, идем вниз. Я опять заблудился уже в пещерах, опять же. Молодец, я красавчик просто. Но надеюсь, найду выход где-нибудь. С такой-то музыкой не страшно заблудиться, ребята. Здесь страйк не прилетит за такое. Но вроде бы музыка-то не авторская, правильно? Она специально для игры написана. Так, я опять прижег к этому черепу. Дайте прямо в эту сторону. Включи свет, пожалуйста. Вот. Вот, тут мы не были, потому что тут есть закрытый ящик. Часы, ребят, часы нашли, по-моему, да? Молодец вообще, часики. Ох, как хорошо-то. Так, часики, часики есть? У нас есть часики. Есть лага также. Если что, можно ногой драться, в принципе. Так. Включи свет, пожалуйста. Вот, спасибо. Скушаю шоколадку, чтобы не огорчаться. Шоколадку, как вы знаете, все увеличит настроение, поднимает. Так. Так, я куда-то прополз в неизвестном направлении. Мне страшно вниз прыгать. Я могу умереть просто. Я сейчас себя загоню какой-нибудь баг, я уверен. Просто застрянут в текстуру. Отлично, я нашел выход. Или вход. Или заход куда-то вниз. Так, музыка страшная началась, что такое? Опа! Ой, какой здоровый-то! Это особый какой-то, смотрите. Он здоровый какой-то. На, на. Хоть ты и здоровый, ты тут никто. Куда пополз? Он как Человек-паук, понимаешь? Просто взял и пополз по стене. Я пополз тоже. Только по воде уже. Ой, куда-то я зашел не туда, по-моему. Это их район, это их гетто. Музыка пропала, это плохо. На. Ой, какой мощный, какой мощный. Такой мощный, ребята. Какой мощный абориген-то. На, на, на. Че, ты что такой дерзкий такой? Ой, тут еще один, ты представляешь? Еще один. Привет. Принял уж. Оп. Оу, оу, оу. Иди поплавай, пока. Открылся пучине моря. А он там, он живой? Просто прекрасно. Ты там... Ладно, хрен с ним. Включи мне музыку, пожалуйста, дальше. Все, мы одного баригена просто отправили на дно морское. Не хочет, но мне буду включить то, что там этот дебил застрял внизу. Включи фонарь, пожалуйста. Дай-ка его застрелю. А вот хрен, где там вода не работает там ничего. Ну-ка, если мы закинем бомбу туда. На. Может, он сдохнет там. Хрен там, там, знаете, какая большая глубокая пещера. Ладно, у нас есть подводник один. Теперь будет тусить там, короче, и что-нибудь делать. Я, по-моему, уже опять в той же пещере, которая уже был. Поэтому я хер знает, куда идти. Опять же, я потерял просто-напросто свою путь, дорогу. Но вот тут трупец. Ага, отлично, я вспомнил. Вот сюда надо идти куда-то. Тут и будет выход, правильно? Отлично, мы нашли выход. Поздравьте меня. Фух, я думал, отсюда не выберусь. Так,
Вот, да, выход отлично. Нет, хрен мне сказал. Игра хрен говорит. Я просто не тот выход, по-моему. Или тот, я не помню, был ли тут стол. Короче, я помню, что я свалился куда-то вниз, поэтому надо залезть наверх. Так, вот, все отлично. А, не дела вообще, надо включить вот эту штуку. Эй. Она теперь не работает. Мой абориген сломал магнитофон, ты представляешь? А, все, без музыки мы остались, короче, на это время. Ну ладно, ничего страшного. Я не нашел выход, это просто тупик. Я забрался на бак. Беда. Беда, ребят, скажу вам. У меня есть идея, конечно, умереть от аборигена, тогда меня телепортирует в другую пещеру. Но что-то это какая-то плохая идея, по-моему, мне кажется. Но, в принципе, выбирать не приходится. По-моему, придется... Ну, теперь нашлась задача найти аборигена. Так как одного я утопил, а другой сдох. Бляха, муха, что такое? Грёбаные мыши. О, как меня это напугало-то. О, больные ублюдки, а. Все, я нашел выход. Не хочется включаться музыка. Я вас ненавижу, мыши, просто обосаться. А, я не пролазю, ну охренеть просто. Какого фига тут так маленькие текстурки? Вот, все отлично. Дайте мне выйти отсюда, пожалуйста. Я слышал аборигенчиков местно. Здорово, ребят, вы где? Привет! Слушайте, а я не знаю, подыхать ли мне сейчас или нет, потому что, возможно, тут есть что-то интересное. Дайте я их убью пока быстро. Так. Все, готов. Ой, из него таблетки выпали. Таблетки мне пригодятся. Так. Окей, я нашел еще несколько ходов. В принципе, умирать пока рано. Мы рано отчаялись, поэтому можно походить еще немножко. Зажгите, гребаная свечка. Так, ладно, ну вроде бы ничего такого нет интересного. Надеюсь, у вас уже глаза еще не вылезли в полосе такой кошмарной тьме. А вот хрен не говорит, игра не проходит здесь ничего. Нет, есть проход, ты представь, есть проход. Куда-то в неизведанные земли, ты представь, давайте сейчас так сделаем. Не хочет, ты представляешь, не хочет просто никак. Ну, просто давайте вот так сделаем тогда. А это что за музыка? О, это тоже нормально. Нормально, ребят. Тоже победительская музыка, мне нравится. Пойдем под нее. Вот и мы выход нашли, ребят, представьте. Ну, как бы, наверное, выход, потому что мы не вверх ползем. Прикольно, музыку сделали. Ой, трупец валяет какой-то. Так, подождите, это какой-то шахтер, у него есть шоколадки. Есть также какая-то штука, компас у него есть, ребят. Мы компас нашли. И мы нашли карту пещер. Ты представляешь, то, что нам нужно. Так что тут у него есть халявная печка. Прикольно, ребят, тут тоже карта есть. Это же отличная новость. Надо скушать таблеточки, чтобы не помереть из чего. Так, это достижение, в принципе. Трупы также висят, здесь куча трупов. Мы можем теперь карту открывать, да? Ага. Карта, конечно, непонятная, но хоть какая-то карта. Пока можно послушать музыку. А что-то у меня не так с рукой, по-моему. Ух ты, это было типа привидение, понимаешь, типа, появилось, но так чикаешь, короче, зажигалкой, и его нет. Тут только что земля родила ящик. Ящик просто вылез из камня. Боже мой. Так, вылазим куда-то, ребят. Походу выход на улицу. Да? Вроде бы да. Да, мы нашли выход. Упс. Ой, тупец валяется. Только мячиков. Можно мячиков кидаться. Так, ладно. А куда я выбрался вообще? Конечно, трубцы, все дела, но оба халявные алоэ. Ладно, я выпал в какое-то неизвестное месте. Может быть, тут что-то есть причина. Открыта большая деревня аборигенцев, знаешь? А, нет, я тут был. Потому что тут открыт сундук. А, это, походу, самая большая деревня аборигенов там. Ладно. Под эту победительскую музыку мы закончим серию, потому что мы победили это испытание. Видите, как эта музыка подтверждает, что мы просто взяли и прошли пещеры, и нашли кучу лута. Спасибо за просмотр, ребята. Ставьте. Подождите. Заткнись, пожалуйста. Все. Не-не-не-не-не-не-не-не. Выключи нахер его.
Как его выключить? E-play написано. А, выключи, пожалуйста, его, я тебя прошу. Выключи его. Гребаный плеер. Ладно, на этом все, ребята. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Спасибо за просмотр, всем пока.